Врятувальники Гомельщини долучилися до челленджу на тривалость. До професійного свята флешмоб запустили супрацовники МНС з Вітебска. Напередодні Дня пожарної служби свою силу показав і представник Гомельської області. У ділу естафеті прийняв начальник Добрушської пожарної частини номер 1 Дмитрий Трушков. Йон 15 метрів протягнув автоподйомник АПК-75, який важить 48 тонн. Після передав естафету колегам з інших областей. Дмитрий Трушков займається спортом усе своє життя. Зараз наведує тренування по пауерліфтингу і бойовим самбо. Нужно поставить рекорды, поэтому именно эта машина. Она самая тяжелая, поэтому мы выбрали самый тяжелый путь. Тяжелый рывок, но максимально тяжелый. То есть напрягаешься всем телом и даже не понимаешь, что происходит. Только потом ты осознаешь, что машина сдвинулась с места, тебе надо переступить еще один шаг. Только так.